Дирекция Международного военного музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций – выступлений военных оркестров в парках. Концертную программу 20 августа в 16 часов откроют сразу два военно-оркестровых коллектива. На Соборной площади главного храма Вооруженных сил Российской Федерации начнет свое выступление визитная карточка фестиваля «Спасская башня» – Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. В это же время на территории аллеи союзников для зрителей сыграет военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.